Вот весенний парк и лебеди. Посмотрите, какие замечательные пара. Он и она. И водяные курочки черные. Вот такой вот в этот весенний день, в день жаворонков, как называют, 22 марта у славян, когда наконец-то уже полноправно приходит весна, в парке Мир энд Бос, что означает озеро и лес. Вот такой он первозданный, как видите, прямо в такой дикой, нетронутой своей красоте. Сохранился здесь на достаточно небольшой территории с 17 века. Как видите, здесь много птиц, водоплавающих и лесных. Вот гуляют люди с собачками. Вот так вот. Всего доброго и до новых встреч! И вам пока-пока! В следующий раз принесем хлебом
покормим вам, принесем немножечко чего-то съестного. И смотрит, что это за камера. Пока.